Верхняя одежда, обувь, постельное белье, предметы быта, канцелярские принадлежности – все это можно приносить в общественную приемную, которая располагается на первом этаже городской администрации. Или же обратиться по телефону, который вы видите на экране, к организатору сбора помощи для беженцев из Украины Александру Грошевскому. Посильную помощь беженцам готовы предоставить и предприниматели города. Александр Объедков, к примеру, может принять 25 человек в своем гостевом доме. Гостевой дом «Семейный очаг» еще только готовится к открытию, но уже принимает первых постояльцев в своих по-настоящему уютных номерах. Изначально бывшее здание автоколонны предприниматель Александр Объедков преобразил и привел в порядок для своей большой семьи. Но со временем дети и внуки выросли, а помещение осталось. На роль гостиницы решили не претендовать, а по-семейному, по-домашнему организовали комнаты и банкетные залы. Почему вот этот гостевой дом? У нас 5 детей плюс приемные были. Это для того, чтобы поселить и расселить всех, в том числе и 14 внуков, надо было создать вот что-то наподобие этого. Поэтому сейчас, если даже те взрослые внуки уезжают, отъезжают куда-то, приезжают, у них есть где переночевать, где есть покушать. Вот и получается у нас гостевой дом. Все предусмотрено для комфорта любых постояльцев. Предприниматель отнесся с пониманием на предложение городской администрации принять на своей территории около 100 беженцев. Со своей стороны он готов для размещения 25 человек предоставить уютные номера с ванной и спальными комнатами, телевизорами и домашней атмосферой. Пока приезд беженцев только ожидается, но тем, кто уже прибыл в Рассказово и проживает у родственников, Александр Объедков уже смог помочь с трудоустройством. Вот в настоящее время, когда мы встречались, это в администрации, в настоящее время есть вот парень, который из Донецка, он уже неделю работает здесь после встречи. Сегодня приезжал вот тот мужчина, который водителем вот говорил подтверждение, что с белорусскими правами он может работать. Сегодня вот он приезжал вот со своим дядей. Тоже с завтрашнего дня он будет выходить на работу. Людям нужно помогать, тем более они оказались в непростой ситуации. Комнаты благоустроены, в них есть все самое необходимое для комфортного проживания. А принять в гостевом доме смогут даже большую семью. Александр Объедков со своей стороны готов оказать посильную помощь и с рабочими местами, и с жильем, и даже с оформлением документов. Наталья Киселева, Юрий Архипов. Новости ТВ Рассказово.